Оле, 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 оле. Ну что, всем привет, господа. 11:45, чувствую себя отлично. Сейчас пойдем на гонку. Посмотрите, какой вид шикарный, а? Выходишь, а тут вода. И ресторан какой-то. Да? А там уже гонки. Короче, круто. Но сегодня холоднее, чем вчера. Поэтому у Васи есть вопросы. Пойду туда. Там разберемся, да? Что снимать? Так, ну чё, докладываю ситуацию. Я забрал жилетку и сейчас пойду снимать. Тут пацаны уже поломались кто-то. Сейчас покажу. Здрасте! Здрасте, как твое самочувствие? Все отлично, здрасте. Редуктору, походу, пидаускас. Да? Но это не точно. Сейчас. Но это не точно? А как ты поймешь, что ему пидаускас? Загудел? Да. Женя второй день по тачке, Женя сегодня... Ну, будет просто это. Ну что, пидаускас? Открыл там, без кальяни. Что? Что, нету масла? Здорово, Сера. Как так? Это все сено. Мордой, жопой? Всем подряд. Из внешнего только ваш бар. Поменяли там по подвеске кучу. Ну еще 2 часа успеть. Да? Где-то. Бля, ну почти готов. Еще на парад поеду. Сейчас Серик все за***ш. Что? Негодуешь, говорю? У нас все за***ш вообще. Пока что. Ну то добре. Что вы, уезжаете? Мы кушаем. Леонидович, я так понимаю, с Маней еще вчера улетели, да? Они спарились. Короче, интервью пацаны не будет. И майки тоже. Царь приехал. Где он тачку отжал на белорусских номерах? Чей это, не знаешь? Короче. Вы знаете, что за номер такой 9101? Если не знаете, то... Должны узнать, чья машина и чей это любимый номер. Как настрой? Хорошо, да, да, свои, на своей мире. 8 машин минусом просто из-за конфигурации трассы. А так ехали. Но я это еще много раз сегодня расскажу. Мы будем надеяться на крутой парный дрифт, потому что все-таки... А что, есть поломок? Там рычаги, все пока в принципе, я просто не успел. Я только успел рычаги увидеть и пошел на дрифт. Ага. Короче, вот так дела. Здорово. Привет. Что опять сломалось? Да нет, проставка не знаю. Пизда у вас, проставка какая-то. Как бутерброд, блядь. Да, ну. Нанотехнология Палма с перчаткой на газу осталась по-прежнему там, смотрите. Понимаете, да? Ничего себе. Смотрите, какие активити. Здрасте. Добрый. А что это у вас такое? Акция? Масло продаете какое-то? Нет, рекламируем. Рекламируем? Наша команда Soil. А что за Корея. Масло? Совместно производство Total и Корея Soil. Один из крупнейших, в принципе, переработчиков в Корее. Представляем. А вот, по-корейски что-то написано. А вы у себя в Украине, да? Мы и в Беларуси, и в Украине. В Беларуси, да, в Украине. У нас команда машина. А как масло, с чем можно сравнить по качеству? По качеству я не знаю, что у нас на рынке сейчас достойное качество. А у вас по машине какие-то изменения есть в этом году, чтобы показать? Под капотом. Свежий запах. А что за педали стоят? Вот Сергей тебе мастер все расскажет. Смотрите, вот свап. Сзади тоже свап. Сергей Губанов. Аналогично, Сергей. Из Украины. А, я думал, ты говоришь. Не, это я представляю, да. Я помню, что в том году вы приезжали, да, и я да. Запомнил вот этот мотор с вот этим вот всем. Q35 DE. DE. И мы его сделали Twin Turbo. А что за турбы стоят? Турбы GTX 28-63.
Это кастомная полностью работа. Атмосферный был мотор 3.5, который стоит 350Z, Infiniti FX35, Murano, Tiana и очень много машин, которые... А что за вот такой кулек? Это самодельный тоже кулек. Мастер гараж написать, это, да? Это мое ИСТО, которое называется мастер гараж. Это я делал лично. А вы из какого города? Мы солнечный город Одесса, который находится у Черного моря. А, так вы с этим, с Гриней там, в одном городе, да? Да, есть там такой у нас. Кадр единственный. Сказали, что обновили всю внешку, там пластик, салон, да, покрасили. Ну, в принципе, в этом году визуализация осталась та же, обвеса, но задняя часть автомобиля была чуть переделана, изменена. Новый каркас был варен, мы получили документы на изготовление каркасов и уже варили сюда лицензированный каркас, который проходить будет под всем регламентом ФАО, ФИА и всем остальным. Делали все максимально быстро, качественно, чтобы никто из техкома к нам не мог прицепиться. Над чем вам пришлось больше всего работать, Сип? Над чем больше? Ну, или тут изначально все я тебе расскажу историю этой машины. Она была красная, она была на S-серии. И если кто-то знает, есть даже видео в интернете, где я с Илюком дерусь на King of Europe. Мы деремся прямо на Euronews, это показывали очень много, кто об этом знает. Тихо. Айк, маршалы, пожалуйста, удержите. Это та же машина, но мы приняли решение поменять мотор, сделать сюда помощнее, понадежнее и подешевле. Потому что на самом деле SQ мотор, он мне 3 года не залазился, я перед этим выездом обновил весь низ мотора, который держит 800 лошадиных сил. Слушай, круто. А как тебе решение? Видел у Писягова? Они на SQ мотор одели вверх VR с какой-то там прокладкой под коллектор, с такими там турбами. Так они фактически ничего не сделали. Они, ну что, они взяли готовый мотор, на который одели вверх. Ну что? Ничего такого. Самое дорогое в нем, это купить на него кованые поршня с шатунами и поставить, и сделать его под тур. Ну, это как бы стоить будет денег. А все остальное, на любую разборку иди. Я купил за $300. На нем все сделал. Я считаю, что это вполне достойный противник любому из этих автомобилей. Поэтому единственное, не всегда как бы в руках получается то, что нужно. Но, какое, кстати, место? Знаешь, в квалификации 8 место. Как бы ехал на лучше. Я тренировку ехал в топ-3, топ-4 или топ-5 по-любому. А с кем в паре сейчас? В паре еду с польским пилотом, который ездит в Drift Master с Адам Залевский. ЖТ-86 уже. А, с мелким. Да, 19 да. лет. Как бы, ну, надо будет дать. Какие мысли? Ну, знаешь что, ну, надо бороться, надо, доказывать, дать, да? Это раз. Ну, и показать ему, что он как бы приехал просто сделать фотографии со мной. Блин, спасибо. Смотрите на этого бомжа. Спасибо. Спасибо. Чесался, сморканулся. А где Кабаргин делся? Нету. Нету. Не будет? Все. Вчера еще уехал. До свидули, да. Лешанс, финаль. Я на парад собрался, бампера нет, думаю, что за хрень? Давай едь. Вованчик, здорово. Ну что ты, готов? Да, готов. Заправился вчера пивасом? Пивасом нет. Нет? Нет, вискариком. Вискариком, ах ты. Ну что, как дела? Какие планы? Ну что, съебана была резьба на наконечниках, короче, блядь, и вывалилась нахуй, лица горлила. И кто тебе ее поменял? Ого. Да? На каких колесах едешь? Что ты, кому ты базаришь в 85-м? У тебя этот мотор не потянет 85-й колесо. На 6 барах потянет. На 6 барах ты только все на можешь. Пилоты очень стараются ехать быстрее, чем они могут, из-за этого сегодня много крэшей, но они молодцы. И вчера 7 штук. Есть какие-то пилоты, которые определяются больше всех, стараются? Очень хорошо едет из Drift Master с BMW Turbo Systems, очень хорошо едет Харат Вальма, очень хорошо едет Чепа. Есть ребята начинающие, которые очень хорошо выкладываются. Но много можно назвать по списку, если пойти, каждого можно что-то выделить. А как вообще конфиг трассы, Раубич? Конфиг бомба. Он несложный, но при этом очень интересный, техничный. Хотелось бы самому проехать? С удовольствием бы на своей машине здесь проехал. Может, на следующий год? Это Кайку вопрос. Айк.
Решай вопрос. Последний этап в Сочи. Да. Какие эмоции? Эмоции такие, побеждать надо. Побеждать надо. С удовольствием погоняю на этой трассе. А после Сочи еще что-то будет? Япония, может? Нет. В этом году я не еду. Гоча, может, поедет? Гоча вроде бы едет, если успеет. Я не знаю даже, что спросить. Тогда ничего не спрашивай больше. А как судейство? Тяжело судить? Не, я вообще я ж сердцем сужу, поэтому. У меня никакой математики. Вот это, кстати, классно, потому что вчера, ну, мы там когда собирались, да, все там дрифтеры в ресторане, все говорили, что очень классно, когда судья подходит к машине и объясняет, как нужно ехать. То есть, ну, у нас не все так могут и не все так умеют. И поэтому спасибо вам большое. Стараемся. От души всех Растим пилотов. Растим соперников себе. Шума, ты интервью бандита брал литовского? Ему двух берет не хватает под его стиль кепки и усиков, которые он оставил. А, да, еще вчера. Это председатель колхоза, ебанули. Вот, смотри. Если ты сбоку на него посмотрел, вот сейчас когда повернется, реально. Заебись, Петр Бруздос. Мотивайтесь тоже идет кепку? Конечно. Алина, как тебе... Вот так. Шикотало. Повер. Эй, ну что ты? Раздал автографы? Да. Какие? На чем расписывался? Ну, на груди не получилось. Здоровенько. Я на этот, на груди супруги распишусь. Чуть попозже. А вообще, но майков там на всяких, трусов тоже не было. Не смотри там. Мне кажется, он пи***т. Минимально. Слышишь, что я тебе хочу сказать? Да. Короче, посмотри вот сюда. Оно сейчас пишет? Да. Так. Видишь, сколько машин, да, и сколько людей? Да. А теперь смотри туда. Там вот, царь. Да, у него без машины людей больше, чем у нас с машинами. Это какой-то ПВГ. Но если была машина, поехал бы? Поехал бы еще. А честно, вот хватило бы бабок, какую бы строил? 35-й гетто. На что? Что интересно? Ну что, какой бы кузов взял? Не знаю. Да на любой машине можно ехать. Не, я понимаю, что ехать можно на любой, но какой бы взял? Смотря сколько бабок. Я тебе говорю, 2 миллиона тебе дали. Нет, так мы про реальность, Лёха. Ну, 35-й бы строил? Да я честно говорю. Как это, в Японии, они же там уже, блин, вообще двинулись, блин, на 35-х валят. Давно, недавно, но я это года 2 назад указал. Слушай, у нас, чтобы тачка была в топе, наверное, бюджет 20-ки хватит. Не, не построишь. Не? А сколько надо, чтобы у нас построить и гасить? Ну, если не считать работу, да, ну, сложно будет за 20-ку построить. Ну, сам делаешь, допустим. Руки нормально растут, сам делаешь. За 20-ку влезешь. Если брать хорошо топ, надо хорошая коробка. Коробка секретал стоит 10 тысяч. А, ну вон все три. Так, Камеротенко на... Ну, редуктор можно там... Ну, вот такой вот, вот тут, как у Нагулы стоит. То есть, подвеска там, считай, стоит хорошая денег. 2,5. Это только, наверное, без амортизаторов. То есть, амортизатор только коробку стоит. Ну, и начинает там каркасы, моторы. Мотор 10-ку стоит, ну, если построить нормально. Второй Джейн на спирту каком-нибудь? Ну, это уже на каване не засыпать полностью, правильно? То есть, не... какие комплектующие, то есть... Ну у тебя бабки 2 миллиона. А у тебя 2 миллиона. Блин, ну дрифт он, блин, более захватывающий, более драйвовый. Дракон, стрельнули и уехали. Смотрите, Коля подогнал кепку, значит, будем разыгрывать кепку. А что еще Коля будет разыгрывать? Или там у себя, покажи. Колян, привет. Кофты. Привет нашему колесникову кепку. И VIP, вот. Нет. Видите этот автомобиль? Это Харальд Вальдман. И с ним поедет Вован. Поэтому мы Вовану пожелаем удачи. И будем болеть за своих пацанов. Да? Слушай, мы когда трансляцию пересмотрели, пиздец ты там гасанул. Маршал и в ахуе, блин. Я тебе базарю. Ты видел это? Ну? Ну круто,
забыл, что. Ты упал в нижнюю сетку, и с кем ты ездишь? С Кондратенко. Вот прикол. Вот с пингвином, ну. С пингвином, да? Маленький на тебя. Главное к валу ехать, пускай сзади ебутся. Давай, мы в тебя верим. Проходит. Рома максимально накосячил, плюс проблемы с тачкой, поэтому поздравляем Сергея. А что случилось с тачкой? Там что-то с педалью в газ. Мне кажется, это он от Палмы заразился. Мне кажется, что у Ромы и Лобкова уже идет какая-то непонятная история. То в Гродно у Ромы редуктор сломался, тогда Лобков топ-4 был. Сегодня, кстати, желаем Сергею тоже, чтобы было топ-4. Девочки. Банда была Диан называемых-то. Банда. Правильно, правильно. Мы только базарили, Чепа уже в бетон приехал. Пизда. Ребята, тише! Вот вам украинское дерби, да? Покажите нам повтор. А что случилось? Я пропустил. Ну, он специально его вытолкал, блин. Да ну ладно. Как так? Бля, так он мне чуть не въебал. Механиков тоже понабегал, нахуя они мне тут сутки отпускают, когда они в том месте падают. Ну так что ты делаешь? Сейчас, на сейчас он тебя. Сейчас куда? Ты, главное, не обижайся на Чепу. Я понимаю Чепу на эмоции. Сейчас думаешь? Будет мордобой. Какой-то мордобой, жесть в финале происходит. Да, и все пошли к Чепиной машине. Вот жесть. А что здесь? Тоже что-то случилось? Подтек? Да, вот в этом месте маленькая дырочка. Вот. Теперь вот это всунь себе обратно. Нельзя курить в техпарке. А мы не в техпарке. Я не показал, что мы в техпарке. Мы на трибуну. Ну, короче, Губанова дисквал. Неспортивное поведение. Чепа дальше. На ваш взгляд, это было сделано все целенаправленно? Я не могу однозначно сказать, да или нет, но в том, что он был не в адеквате, и ехать туда с такой скоростью, где есть зона торможения, где скорость сильно меньше, но это точно было ненормально. Ну, еще также, конечно, сама ситуация, то, что да, я там спылил человеку, сказал много чего нехорошего, вот, ну, ходить драться, ну, тоже такой ситуация. Я так понимаю, вы уже сегодня не выйдете на поле. Почему? Я готов. Машина, ну, соответственно. И машина, соответственно. Тогда ждем от вас класса. Желаем удачи. Пусть все получится. Спасибо большое. Это был Алексей Головня. Коллеги, вам слово. Ну, привет. Да, пойдем сейчас. Как тебе, ребятишка? Нормально. Ситуация, был небольшой перерыв, начался дождь, вообще финал вообще очень эмоциональный, жесткий такой. Что там? Это какое-то противостояние легенд, я говорю. Ты сначала с Кондратенко воевал, ну тогда давно, и сейчас опять с Кремцом, понял, да? Да. Сейчас будет реванш. Давай, все. Мочи. Там, где всегда ставлю. Подернул, клацал. Меня наебали.
Очередной раз. Стой, куда ты? Там, я вторым вроде все нормально. Ну да. Я все. Как ты так развернулся? Я чуть не въебал. Я видел. Я смотрю, такой, оп, остался, думаю, нихуя себе, и потом бам, все. Все, я потому что побоялся ему чпокнуть и испортить этого красавца, посмотри, вот этого марсочка. Марсочка? Я курить, пойду вон посмотреть. Давай. Нагулы. А это уже в топ-4 или как? Покажи. Это еще топ-8. Вас же кормят? Да. А где вот вам еду доставляют? Как лучше? Ну, смотря какой этап. Да. Здесь, в медиацентре, там есть кухня, там у нас кормят. Да? И жилье предоставляют? Ну, если этапы, допустим, у нас где, ну, выездные, да. А здесь, вот допустим, Раубище, Логойск, смысла нету. Ну и что-то платят, да? Ну, нет. Это все вот на добровольных началах. На энтузиазм? А кому платят? Судим? Я, честно, даже не скажу финансовые вопросы. Для меня вот это хобби. Это все под эгидой БАФ. То есть каждый судья... Вот мы все судьи по спорту разных категорий. Кто-то без категории может получить первую категорию, международного класса. А в дальнейшем, да, если получаешь уже категорию определенную, то можешь стать и руководителем гонки. То есть... Нормал. Ну, это все при БАФе, да. Че, пошли смотреть, что там топ-4 скоро будет. Вот видите, как только кто-то коснулся сена, надо убирать, чтобы никто больше не поскользнулся. Ну, вот какая ситуация забавная. В топ-4 два, ну, человека, которые говорят по-русски, и два человека, которые не говорят по-русски. А откуда ты знаешь, что они? А я спрашивал. А. Видите, что там написано? Какая автоматика. Все вручную. Это вот минус. Это сос. Да? Я-то могу сказать, если там Акум садится, а он, к сожалению, не может. Это камера с прямой трансляции со старта, чтобы вы понимали. Ну и вот приходится вот так. А то есть зрители сейчас смотрят на вот это? Нет. Или режиссер видит. Ну какой-то там оператор. Ну, в ТТС-ке видно. Айк, у тебя в трансляции есть связь? Айк. Трансляция, кто-нибудь слышит? У этого начальника светофора они тут грибы выращивают. Видите? Так вам, может, надо вместо вот этого конуса колен поставить? Не будет видно. И все. Базарь. Он же как раз, там колба будет, здесь, ну и шланг, знаешь, так взял, если что, положил, прикрыл, и все. Шланг из пайпинга такой. Ну. Со вкусом мухомора. А можно нам кальян сюда, пожалуйста, в зону старта? Я не знаю, как это монтировали, там наснимал уже, блядь, на пару часов. Есть все и ничего. О, Леха едет. Он, это, не на гонку, он за бампером просто приехал, на разборку. У нас же тут разборка бамперов. Ну, а если серьезно, то сейчас будет джаз. Город Киев, первое место, пара 2-2, город Талин!
закончили сезон на жирной ноте здесь, в Раубиче. Паримач Кубок Восточной Европы по дрифту 2019 открыл нас. Валим, валим, валим.